Я со своей стороны постараюсь сделать все, чтобы ваши замечательные туфельки не пострадали от дороги, которая требует ремонта. Как до школы искусств, так до госпиталя, где мы вот с начальником гарнизона договорились работу выполнить. В этом году все то, что касается школы искусств, госпиталя. Самое главное сейчас рассчитать так работу, чтобы при плюсовых температурах подключиться к теплу и потом уже вести внутреннюю отделку с тем, чтобы можно вести школу как можно быстрее. Закончить все внешние сети. Качественно, да. Чтобы здесь полностью выйти из земли. Какая помощь нужна? Ну, помощь не нужна, деньги есть, работать можно. Да. Так точно.